К новому учебному году готовятся даже самарские дороги. Участок улицы Георгия Димитрова около 47-й школы ремонтируют большими картами. Снимают старый слой асфальта, укладывают новый. Дорога очень оживленная. В сентябре месяце. Здесь мы дорогу даже не можем пройти. Потому что, во-первых, пробка. Там сколько этих машин там скапливается. Они здесь стоят вот прям сплошным потоком. Дорога требовала обновления. Хорошо, что за нее взялись своевременно, говорят местные жители, которые готовы терпеть временные неудобства, связанные с ремонтом. Ведь подрядчики обещают справиться с ним всего за неделю. Гарантия на ремонт большими картами 2 года. Если за это время возникнут какие-либо дефекты, подрядчик все исправит за свой счет. Такой ремонт ожидают многие самарские улицы. Партизанская, Советская армия, Магистральная, Ракитовское шоссе и другие. Работа на улице Димитрова как раз направлена на то, чтобы повысить безопасность дорожного движения, обеспечить беспрепятственный и комфортный проезд родителей и детей к образовательным учреждениям. В текущем году планируется выделение суммы средств в размере 672 миллиона рублей, которая позволит отремонтировать 42 дороги картами свыше 100 метров погонных. Эта сумма позволит привести в порядок 53 автомобильные дороги. Сейчас работа выполнена уже более чем на 60%. Всего же на ремонт дорог в Самаре из бюджета всех уровней выделяют больше 2 миллиардов рублей. Сумма, по мнению специалистов, беспрецедентная. Алина Чемерис, Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События.